Мы объединяем не только несколько производителей, но и несколько направлений в кормлении. Потому что действительно потребности у потребителей наших достаточно разные. Разные животные по здоровью, по рабочему состоянию. Да? Нашим посылам, нашим миссиям есть удовлетворение любого спроса, который есть. От минимальнейшего запроса, грубо говоря, просто покормить животное, чтобы она не приставала, до удовлетворения самых высоких потребностей в плане подготовки животного к выставке, подготовки животного к родоразрешению в том числе. Основной сегмент – Happy Dog, Happy Cat, Edel, производство Германии с соответствующим качеством. Закрывает сегмент премиум, супер премиум классов уровня холистик, уровня human grade в том числе. Разделим на два сегмента. Профессиональный сегмент – это специализированная розница, специализированные сети. Здесь покрытие 100%. 2 года назад мы сделали в том числе одну из ставок в своем бизнесе на развитие сегмента grocery. В данном регионе магазины Land, Азбука вкуса, ну и, естественно, Metro Cash & Carry. То, где мы представлены в данном регионе, по северо-западу. Помимо опта, у нас есть собственная сеть зоомагазинов под торговой маркой «Динозаврик». В настоящий момент их 28 магазинов, все магазины категории А. В настоящий момент это только московский регион, но с февраля 2018 года мы приходим в Санкт-Петербург. Здесь будет открыт филиал. К лету будет открыто не менее 5 зоомагазинов «Динозаврик». На этой неделе мы открылись в Ростове-на-Дону. Апрель следующего года – это Екатеринбург. И июль следующего года – это Новосибирск. Мы растем, мы развиваемся. Ну, мы не первый раз здесь. Значит, приятно осознавать, что с каждым годом все-таки выставка прибавляет. Прибавляет как в территории, в посетителях, ну и, в общем-то, в качестве контактов, которые осуществились. Вот. Очень надеемся, что отсюда минимум несколько хороших контрактов мы увидим.